Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео мы посмотрим цены на мини-сверлильный станок 220 вольт 580 ватт салатового цвета из магазина AliExpress. Заходим на сайт «Пояс ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео и нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цены актуальны на 29 декабря 2018 года. И разброс цены в долларах от 112 долларов до 126 долларов 8 центов. Так, в России доставка бесплатная. Смотрим из Китая. Так, и включаем тип штекера. 126 долларов 8 центов. Проверяем. Так, Россия бесплатна, доставка, как и было озвучено. Украина. В Украину стоит 6 долларов 32 цента доставка. Значит, нужно плюсовать еще эту цифру к основной цене. Так, белорусы бесплатно. Теперь Казахстан. Бесплатно. Ну вот. Только в один регион платно. Так, что мы здесь имеем? Станок такой, вот смотрите, такой, в принципе, добротный станочек. Такой устойчивый. Ну да, как всегда, вот что самое главное, фрезерованный стол. На столе есть для крепежа тисков. Про сверловку сверла есть отверстие в центре. Просто ручечкой нажимаешь, все. Но подробнее изучите сами характеристики, как это все, если будете заказывать. Ну и мониторьте, смотрите все характеристики. Кнопка пуска есть прямо на станке. Итак, вы были на канале «Пояс ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.